Today's Between Master and Disciples, Zinaida Baranova, more than a decade of living on prana, will be presented in Russian, with subtitles in Arabic, Aulaksis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. В Писаниях о человеческом теле часто говорится как о храме Божьем. Тем не менее, это довольно редкая привилегия для любой души достичь этого священного обиталища, заключающего в себе божественное, так как это воистину благословение родиться человеком. Несколько раз высочайший мастер Чинхай затрагивал тему редкости этого феномена. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. Как живой храм Божий, человеческое тело полностью оснащено чудесами, которые могут пробудить люди с духовным осознанием, имеющие сильную веру в Творца всей жизни. Инедия – латинское слово, означающее «пост». Это способность человека жить без пищи. С незапамятных времен всегда существовали личности, поддерживающие в себе жизнь с помощью праны или витальной жизненной силы. Благодаря милости провидения, люди, ведущие образ жизни без пищи, могут брать энергию от природы, чтобы питать себя. They live on the chi, from the ground, from the forest, and from the sun, and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Эти люди известны как бритерианцы, праноеды, солнцееды или живущие на воде, и они могут быть из разных слоев общества, разных культур, со всех уголков мира. И правда, возможности и чудеса в этой жизни, как предначертано нашим милосердным Создателем, бесконечны. Нам надо лишь подключиться внутренне, чтобы осознать наше огромное величие как детей Божьих. Высочайший мастер Чинхай с любовью рекомендовала еженедельную рубрику на Supermaster Television, чтобы представить этих людей прошлого и настоящего, избравших жить на земле без пищи. Пусть же их духовные истории очаруют вас, пусть сердца откроются и горизонты расширятся. А сейчас мы приглашаем вас на первую из четырех частей серии Зинаида Баранова «Более десятилетия на праническом питании» в цикле «Между мастером и учениками». В этой программе обсуждается возможность праноедения или жизни без приема пищи, но это не полная инструкция. Для своей безопасности, пожалуйста, не пробуйте прекращать есть без надлежащего руководства. Планетарное событие грядет, очень скоро к нам оно придет. Человечество в новый мир войдет. Только лишь вратами любви человечество в новый мир войдет, только лишь вратами любви. К сроку перехода мы должны успеть, тело любви Христовой у нас должно созреть. Старые одежды сбросим мы тогда, новая одежда лучезарная.
старые одежды сбросим мы тогда. Новая одежда лучезарная. Шах один остался нам до Бога людей, родное человечество шах преодолей. Приветствуем вас, открытые зрители! Сегодня мы посетим прекрасную Россию, чтобы вновь встретиться с Зинаидой Барановой, женщиной за 70, которая больше не нуждается в пище и полагается исключительно на праническое питание более 10 лет. В 2006-м ее имя прогремело в новостных заголовках в России, когда открыли, что она живет без пищи. Хотя в то время ей было 70 лет, ученые, исследовавшие ее, были поражены тем, что у нее биологический организм 30-летней женщины. И правда, несмотря на почтенный возраст, Зинаида розовая, счастливая и является образцом крепкого здоровья. Достижение состояния без нужды в пище было чем-то, к чему она шла естественным образом. Зинаида объясняет корреспондентке Supreme Master Television, что перемена стиля жизни была неожиданным решением. Живу в России, в поселке Кутаис, города Горячего Ключа, Краснодарского края. И уже очень даже большой период нахожусь на альтернативном питании, как говорится. То есть я питаюсь не физической пищей, которую мы имеем на столе, а пищей энергетической, которую мы вокруг нас находится в избытке. И уже 26 марта этого года будет 11 лет такого образа моей жизни. В принципе, я неосознанно шла к такому, это произошло 26 марта 2000 года, осознанно я подходила к 2000 году просто по обращению высшего разума Вселенной к людям Земли, пройти барьер духовного совершенствования и барьер физического совершенствования. До того, как освободиться от нужды в пище, Зинаида 7 лет жила на здоровой диете, защищающей все живое. Я жила на таком, в основном, вегетарианском образе жизни, и смешанное было обычное питание, то есть отваренная там еда, и растительное, и сыроедение. Здесь на природе, в предгорьях Кавказа, в нашем климатическом условии здесь очень много, почти 2/3 года, и есть зеленая трава, зелень, которую можно, как говорится, употреблять в сыром виде. Поэтому у меня тогда, не имея никаких источников по, допустим, отдельному сыроедению, по моносыроедению и так далее, я просто интуитивно применяла все, что у меня было на виду, что было на моем садовом участке. Я выращивала здесь все на огороде, все овощи, зелень, фрукты здесь у меня росли. И прежде чем сорвать что-то с грядки, я обращалась, благодарила, что мне можно взять, и потому что мне нужно это сделать. И, в общем-то, они для того и растут, чтобы человек ими пользовался. Но когда обращаешься, то чувствуешь такую отдачу с благодарностью. Они дают себя уже тогда осознанно, с благодарностью человеку. И, в общем-то, все время такое общение было постоянно. Это как здравствуйте все время. Идешь на грядку и начинаешь беседовать с растениями, со своими. И потихоньку, полегоньку мой организм перестраивался. Оказывается, нужно было, чтобы включились все энергетические центры, которые могли бы снабдить мой организм жизненной силой. Такое явление, оказывается, было возможно. 26 марта 2000 года я получила осознание телепатически. Попробуй теперь без еды. И с тех пор я пробую, живу 11 лет. Вначале Зинаида оставила лишь твердую пищу. Но 18 дней спустя ей дали другое послание. Теперь ты можешь жить без воды. С
полным доверием к своим божественным наставникам, которых она называет учителями, Зинаида также оставила воду. Интересно, что в это время Зинаида каким-то образом перестала чувствовать запахи еды, хотя ощущение других запахов осталось. Через какие изменения вы проходили вот именно в первые дни, первые недели? Ну, я вам хочу сказать, что касается физического состояния, не было никаких особых таких ощущений. Потому что до этого, сколько лет прошло, ну, 7 лет практически, я оздоравливалась. У меня были там периоды водно-бульонного режима, вегетарианства, были какие-то короткие, но посты, потом были чистка организма, печени, почек и лимфатических узлов. Ну, в общем, всей системы организма я все очищала. Вот. Поэтому вот, в физическом плане не было никаких таких заметных каких-то отклонений в первое время. А когда вот мне была дана рекомендация попробовать без воды, месяц, где-то 40 дней примерно у меня была такая, как ломка, вот бывает. И мне было очень сложно организму перестроиться с приема воды физической на прием воды вот так вот, как легкие дают в организм. А потом все это прошло. Было очень трудно эти 40 дней. Я, в принципе, была такая какая-то не очень мобильная в движениях и очень щадяще должна была двигаться, потому что, ну вот, слабость была такая, ну, а потом все прошло. Какие у вас были мысли, как вы преодолели, чтобы не пить, чтобы не кушать? Вы знаете, я сознательно к этому не шла и ничего не преодолевала. Мне пришло осознание, попробуй без еды. Хорошо. Я только спросила, нужно ли мне почистить кишечник, потому что обычно, когда мы голодаем, ну, перед голоданием, да, вот, то мы ощущаем организм. А здесь был ответ отрицательный, не надо никаких чисток. Организм, сам кишечник, сам почистился в этот же день троекратно, как будто бы промылся после клизмы. Очистился, и все. С тех пор я ни разу за эти 11 лет кишечник не очищала. У вас друзья, семья, как они среагировали на это? Ну, понятно. Дело в том, что когда я вот такой проходила переход с обычного образа жизни на альтернативное питание, я жила в это время в Киеве, ну, в окружении друзей, ожидала прихода гостей, пришла с рынка, купила две сумки продуктов самых разных, вегетарианских, разложила все по полочкам, а тут мне вот такая рекомендация, попробуй без еды. Когда пришли мои друзья, я их пригласила за стол, там угощала, и все, они говорят, а что ты ничего не ешь? Я говорю, а вот с сегодняшнего дня я уже есть ничего не буду. Они говорят, да ладно. Не поверили. Но потом все-таки я их убедила в том, что вот так пока попытаюсь так жить. И тех, независимо от того, что я при них, вот при тех, которые, значит, были свидетелями начала моего такого образа жизни, когда с ними совпадает наша встреча, то они всегда забывают что-нибудь вкусненькое мне предлагают. Зинуля, вот попробуй вот это вот. Я посмотрю, улыбнусь. Вот опять забыли. То есть для них это непривычно. Вернее, моя дочь очень часто звонила мне и спрашивала, мама, ты не болеешь? Мама, ты не болеешь? То есть думали, что если я вот так живу, то я болею. Я успокаивала ее. Даже в Индии, когда я была, она мне туда звонила. Болею я или не болею? Все нормально. Поддерживающие веганство зрители, мы ценим ваше доброе присутствие в сегодняшнем выпуске передачи из цикла «Между мастером и учениками». Смотрите с нами на следующей неделе вторую часть серии «Зинаида Баранова. Более десятилетия на праническом питании». Следующая передача «Добрые люди, добрые дела» сразу после важных новостей. Пожалуйста, оставайтесь с нами на Supreme Master Television. Пусть же каждый день приносит вам мудрость, гармонию и удовлетворение. Veg Embracing viewers, we appreciate your gentle company for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next week for part 2 of Зинаида Баранова,
more than a decade of living on prana. Coming up next is Good People, Good Works, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May each day bring you wisdom, harmony, and contentment. Literature on living food free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.